57 хп у нас. 57 тут! Выигрывает Слава. 2 в 1. Выигрывает Славян. Бля, ну это просто пиздец, две обоймы. Бля, что это за пиздос нахуй? Мы чипсы, нам похуй. Ну когда не чипсы, блядь? Так, сейчас, секунду. А, Ваня у нас вообще замученный. Включите, пожалуйста, Вадим X-Ray. Хочу с читами смотреть. Хорошо. Включил X-Ray. Спасибо. То я забыл вообще про этот X-Ray. Так, имеется... Кидается хаешечка. Ой. Как думаешь, он убьет? Есть information? Я думаю, да. Я думаю, сейчас забегает каравай туда, то ГГ. Хорошенькая, хорошенькая хае, слышал, наверное, что подамажил, есть информация о коробке. Лорд Гузлик тем временем сидит, дрочит шорт. Что будет? Бля, чё ну будет? Каравай жёстко, каравай сейчас, должен его убивать. Сейчас не выпустят. Каравай сейчас не выпустят. Нечестно. Диман дает минус, каравай дает минус, ситуация один в один. Там бомба. А бомба валяется, да, в коробке. Берет дигл Диман. Ой, Вадя, без шансов, ебать. А это какое-то ебанутое оружие, понял? Да, 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 ППшки, да. ППшки, пистолеты, это типа просто пиздец. Вот видишь, если бы Дима ваншот убивал, то это было бы изи раунд. Потому что Дима Ликс перестрелял бустера. Типа, а брат. Как ебать тут звук включить в трансе? Никак, брат, к сожалению. Ну ладно, подсадочка шорт оформляется сейчас для быстрого выхода, но на шорте никого нет. Да, будет ли обходить нет. В спину, как думаешь? Под флешечку пытается реализоваться лонг. Да, 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 Слава по-любому будет сейчас идти на плюс В. Так, там два чела уже играют, они заняли лонг. Зачем они, правда, занимают пит с глоками? Это ж вообще пиздец, там по 20 урона будет. Да, надо уйти и умереть, мне кажется, здесь. Скорее всего, Слава соберет сейчас 2 килла. Да, Слава сейчас, скорее всего, 2 килла. А вдруг Слава сейчас бубен получает и плюс эмочка в команду? Не-не-не, как будто они не чекают вообще спину. Сейчас каравай даст инфу, скажет, что они уже прошли, смотри. И вот халява. Собирает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, идет халява. Очень грустно. Бля, я надеюсь, что это не в ноль будет игра. Хотя, причуйка пиздец, как бы еще в ноль будет игра. Ты заебал. Какая нахуй разница? Как это? Вадя, хочется. Ты хоть раз можешь не тильтовать, блядь, когда нет, все охуенно? Брат, хочется, понял, так заруба ебанутая. Не все бывает в жизни, когда ты... Ой, бля, у нас тут пиздец шорт-подсадка ебнутая, если честно. Хорошо, все, у нас есть ганы, у нас есть два калаша. Аша. Информация смотрим, есть. Ой, Дима бустер, ваншот дает голову, один. Хаешечка. Один каравай. Не накидывает хае, бля, это такая важная хае сейчас была. Бля, это очень важная хае сейчас была. А вдруг? Ебать. А вдруг? Как же красиво отыграл каравайчик. Просто понял? Просто... Ой, зря. Ну понял, просто прикол в том, что он может мансить в этом пленте. Да, это просто, по да. сути, охуенная для него позиция. Так это самая ебучая точка. Да. Понимаешь? Там надо ему попасть прям одну просто резко в голову. Но при этом вроде как будто ребята сыграли охуенно, а по факту... Фаст-выход. Блядь, не читает, сука. Ой. Дмитрий Ликс берет. Скал, что ты берешь? Блядь, что ты делаешь? О! На нахуй, наигрался. Подбирает калаш. Блять. Каждую неделю новое обновление на CS GO Run. Залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Хотя стаки хорошо забаланшились еще. Ну мне кажется. Ух ты, ебать. Блять, ну как опять? Ай-яй-яй-яй! Ну что такое? Ну опять да. Он один остается. Опять каравай. Ну смотри, ну ваншота вообще не хватает. Ваншота вообще да, не хватает. Да, я и говорю. От ваншота урона вообще ноль. По факту 255 урона нанес ваншот, как бы, блядь. Ну, это жестко. 6-0. Эта катка идет 5 минут, чтобы ты понимал. Мы Славу больше ждали, как будто, чем эта катка будет идти. Если она так будет продолжаться в такой же тенденции. Это хаешка в коробку. Я думаю, что-то сейчас аккуратненько прям сыграют. Я бы у Димана, конечно, попросил девайс калашек. А ему бы Галил отдал, ну ладно. Денег нет нихуя, вообще нихуя. Бомба не поставлена. Хочется, чтобы ваншот взялся сейчас жестко. Но лонг нельзя отдавать, понимаешь? Почему Дима ваншот не просит калаш у Гузлика? Да, я что сказал, не знаю. На просвете сидит, нет инфы, а ланге, кстати. Блядь, как же ты жмешь Гузлика, а? И вот он, Дима ваншот, молодец! Бля, как он Галил жестко законтролил. Ты понял, тут если бы калаш был, он скорее всего не убил бы. Он очень жестко Галил законтролил кучу пуль. А Галил это ебала какая-то, честно. Не он, знаю, кстати, лучше, нравится. Чем Фомас. А вот он лучше, чем Фомас. Но если по нему по две, одно-две давать,
и отжимать. Давай зайдем в войск. Вов, давай зайдем в войск, ребятам, послушаем. Да, заходи ты, я тут посижу. Хорошо, хорошо. А ну-ка послушаем, что тут происходит. Я у Славы и Каравая сейчас. Информации нет вообще никакой. Нет, 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 они очень точные. У Каравая очень хорошая позиция была вот в моменте. Бля, просто... братан, ну тут сильно Дима нахуй. Он потерял. За миллисекунду он потерял позицию. Дмитрий Эликсу ебал. Кстати, Слава постоянно сидит на машине. Как будто это должны понимать. Я видел только одного, брат. Димана слева. Вот ну все. Ну все, это... Бля, очень! Бля, это филигранная просто игра. Нихуя, Тимолик закинул, пиздак. Вов! Вова! Вов! А ты видел, как охуенно Дима сыграл сейчас? А что ты ждешь? Я проебал, я просто смотрел, как у тебя появился смайлик, где чел на стуле жопу показывал. Бля, посмотри на эту хуйню, это чё? Фу. Блять, да это сука. Так нет, там у него есть и жёстче, но только ту не надо заливать. А ты видел там жёстче, он крутится просто с голой жопой. Так, Каравай, кстати, такой потерял вообще позицию. Она зайду. Фу. А ну-ка я к бандурке хочу зайти, посмотреть, что у них там. Попробуй хаедим смог вот в этот дать, просто чтобы развеять, пойдем дальше. Хорошая. Хуёво дал, блять. Страшно. Сайт. Я стоит. В сайте прям. И справа вон. Бля. Бля, мне смог надо ждать. Охуенно въебало. Плохо стреляю пока что. Не хватает, не хватает у Димана немножко. Давай попробуем еще три подряд забрать. Давай, давай. Так, ну деньги есть. Это главное. Пойдем опять зик. Если дадут смок, я его развею и просто сразу потом побежим. Смотрите, по урону не так сильно вроде отстают, как по раундам. По урону не так все плохо. О, ебать пачку, да. Хорошая, да. Охуенную. Главное с душой. Да, есть. Близко. Блядь. Один в один. Почему же ваншот постоянно пикает первый? На, ну, въебало, блин. Тут пиздец прям. Тут... Ай, НТ-шечка. Чуть. Меня сдувают, сдувают. Нормально. Да. Все страшно. Ну ваншот прям не доигрывает, я не знаю. Не получается. Не то, что он плохо играет, но... Че, пошли лонг за ебашем, не хочешь? Синий туман! Давай, синий туман, нахуй. Пошли лонг съебать! Тут у нас вот такая атмосфера, ребят. В принципе, привычная для бустера. Думаю, все, кто его знает, привыкли уже к такой атмосфере. Могут сейчас. Я пол. Вышел, вышел, брат. Пошли, 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 дал нас. Давай, давай, давай. Блядь. Забегу, я ушел, дал, брат. Дал, дал. У меня зависло почему-то. Я КТ стоял, я в КТ. Смог дал шорт. Смотрим. Я в КТ. Диме надо собраться. Ты глубоко, да? Да, да, да. Диме надо собраться, потому что это очень грустно. Ух, блядь. А я наигрался. Там два или один? Вот в таких ситуациях Дима очень сильный. Смотрим, чтобы Каравай одним спреем еще может убить просто. Просто одним спреем убьет. Да. Второй там же. Близко уже. Ну, конечно, блядь, сука. Почему он, блядь? Тамберан нормально будет. Давай. Три раунда, так, чат. Как вы думаете, три раунда это достаточно? Нормально. Блядь, кто зашел у нас приватный ДС? Ёшкин кот. Ну ладно, только запретку хотел сказать. Я упал в лужу. Все, гоу так же. Гоу так же на шорт. Пойдем, 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 пойдем. Как вы думаете, три раунда хватит? Молик дают уже, как будто поджимать могут. Нет, да? Да, стоит. Уходит. Дашь флешечку? Да, под лестницей. Да, Дим, подожди. Пошла. Бомб. За тобой иду. Он стоит на тиктурке. Ну, бля, я не знаю, бандурку просто... Да, здесь стоял. Бандурку переигрывают очень жестко. В моментах. Ну, здесь, блядь, что здесь? Да, может дым выйти, сука. Вов дым. Ну, если только хаешечку перед собой дашь, потому что так сложно будет. Хера не увидишь. Ох. Да нет, раунд не взять, блядь, против Димана, нахуй, вдвоем. На гусе может стоять. Куда тут на гусе тут, блядь? Резать будет? Интересно. А, Димуля!
Ебать! На место, сука. Ебать! Я думал... А ты чё не стрелял, Дима? Я думал, он тебя не убьет, я даже не планировал в него стрелять. Это же Диман, он же бомж. Брат, ты чё у него не стрелял ты нахуй? А ты стрелял? Да я, блядь, просто по... Шеф! Шеф, вы видели эту хуйню? Каравай, да. Блядь, просто нахуй продал, блядь, я не знаю. Не-не, там Слава не стрелял, просто на развороте, да, бам-бам, второй, блядь. Ладно, смотрим пистолетку, блядь, надеюсь, что они зацепятся за эти 4 раунда. Ну там вот в моментчике, как будто могли их 6 брать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Лоргузик и Лоргузик один в один. Блядь, зачем? Ну вот где, вот где киллы Димы ваншоты, я вот не понимаю. Вот не хватает Димана. Типа, ну кого-то Диман должен на голову лучше Димана играть. Димана не хватает, потому что это ебаный дедаст, блядь. Ебучий дедаст, блядь. Вот что я хочу сказать. Именно дедаст. Да. Ну, я один, блядь, считаю, что это хуйня карта, блядь. Ну, мне очень пиздец. Нравится дедаст, как ты говоришь. Она неудобная. Вот в 1.6 была прикольная дедаст, а тут хуйня какая-то. Я один ваншот пытается твердость какой-то слепить. Ну красный, ну даже жрать, ну блять, ну. Пиздец. Ай, бля. Нервничает, нервничает. 24. Снюсик не подкинул, все. А мы, кстати, когда катку предыдущую играли, блять, мы нам строго, блять, услышал, что чел в джангле, блять, мы отвернулись туда. Ты не видел? Не. Мы, блять, джангл смотрели вдвоем, блять. Тут, короче, со звуками беда, блядь. Я к тому говорю, что, ну, типа, да, может быть, тут КС2 такая же хуйня. Со звуками, да, странная тема. Хорошо, есть половинчатый. Есть два половинчатых. Хорошо, и вот она, хаешка. Ой, Дима, гузлик. Бля, Диман, бля, столько делает. Бля, вот вы можете поверить, что это играет Диман? Коцает бустера, коцает каравая и добивает в конце. Бля, ну это просто пиздец. Он импакта пизда сколько делает. Посмотрите. 1100 урона у Димана и у ваншота 986. Диман сейчас молодец. Ой-ой-ой, смотри, у нас ситуация какая. У нас вдвоем занимают шорт, бегут прямо на ноге. Посмотрим, что будет делать Диман. Ой-ой-ой. Молодец. Он еще как будто дал в голову через типа. И тип выжил, да? Там первая пуля, там как будто слышно было две головы. Хорошо, ваншотик, молодец, 6-10. Лично я нихуя не слышу, лично я. Да, ты не слышишь, да. Так, хорошо, у нас опять халбай, но я вот боюсь вот этот ган от каравая, который он сейчас купил. Это пиздец вообще. Халбай? Ну такой халбай, ну такой странный байчик, неполный там галил. Хотя по сути только галил, не, гранаты практически все есть. Так, каравай будет открываться под флешку. Вот это смог, в принципе. Вот это выход плохой очень. Так он, по-моему, уперся случайно, да? Или да, он не смог выйти, он потерялся. Там сложно очень. Так, Демолик со скаутом у нас смотрит шорт. Блин, Демоликса как будто могут легко сбрить на такой позиции. Это опасная очень тема. Ему лучше зачем-то двигаться и выходить с разных позиций. А здесь он будет пикать с одной позиции, зная Димана, он будет оверпикать. Mm-hmm. Поэтому хорошо, смотрим. Первым у нас будет открываться под Димана. А прикинь, сейчас шляпка прилетит. Это будет очень жестко. Так, ложится у нас смог. Ложится у нас второй смог. Смотрим. Дималикс. Дималикс делает, бля, весь урон от Дималикса. Ну ладно, тут сложно. Да потому что старый со скаутом бегает, блять, нахуя? А он так, не, старый так-то нормально все сделал. То есть он дал дэмэдж? Он не, он, у него реакция, ну, никакая, не такая, как он думает. Типа НТ, конечно, он больше, типа, сделал, но все равно, типа, понял, зачем тебе скаут? И ты стоишь шорт, блядь, каравай на гусе, типа, это бред. Не знаю, я считаю, это немножко ваншот не достреливает. Вот, пошло, Дима, уже, Дима, ну. Дима молодец, Дима все делает правильно. Хорошо, вот же, молодец, ну, Дима, просто молодец. На себя катит. Вот и все, зачем скаут брать? Let's go, мужик. Гранатки, бля, собрал. Мне кажется, Диме, Лексу надо было взять вот этот ган, СГшку. Она очень крутая. Он зря ее не взял. Каравают с вот этой СГшкой ебаной, это просто пизда. 11-7. Ну, как бы шансы еще есть. А следующее, что они играют? А Мираж. Очень опасно, распитил, очень опасно, что ты, блядь, делаешь?
Ебанутый нахуй. Он не даст ему выйти. Ты дебил ебаный! Нахуй, что ты делаешь, блять? Понял, что после смока будут стрелять, сука. Ну подожди, сука, дебил ебаный, извините. Ничего страшного. Оставляет ситуацию 1 в 2 еще с М-кой. Вот единственное преимущество в том, что они идут лонг. А, они идут шорт. Ну, я не знаю, шорт он как будто не сможет их убить двоих. Тут еще позиция вот так. Вот это как вот а так? А вдруг, не-не-не-не, погоди. Тайминг, нужно ловить тайминг. Все, ты понимаешь, что лонг нет. Ты понимаешь, что лонг нет никого. Блядь. Не знаю, сыграй на подъеме, сыграй в плинте. Там нет ни молика, ничего. Лиг засолил очень сильно. Лиг засолил прям. Не знаю, просто бандурка отыгрывает просто как, ну, типа, просто как обычный чел. Типа, ничего такого нет жесткого. Хотя он здесь как бы, типа, самый такой фаворит из всех, но по факту играет супер дефолт. И причем на лонг не ходят. Они знают, что бандурка стоит лонг, они не ходят. Диман сейчас спалит свою позицию, да, я правильно понимаю? Конечно. Да, блять, ну пиздец. Опять он выходит, просто дохнет. Грустно. Очень грустно. Ну, бандурке надо... Ну, ему только с таймингом должно повезти. Ну, не везет, слабо. Ну, я не знаю, ну, очень странные ребята играют. Ну, типа... Типа мы как будто просто, ну, миллиард ошибок видим в игре. Если вчера, получается, Слава не опоздал, ну вчера, то есть не надо было матч менять, то сегодня мы смотрели бы матч Каравай, Бустер, Скайволкер и Головач. Вот сейчас бы мы смотрели матч. Ох, ты, Каравай вешает. Ну и тут, блядь, с Юспом, я не знаю. Ах, блядь, да еще. Что с глоками, да, блядь? Ну это вообще пиздец, типа. Ну тут даже Диману ничего особо говорить, ну типа это прям, это без шансов прям. Да не, Каравай просто у него, о, ублюдок. О. Не, это и не про Каравая. Я говорю, Каравая просто распик жесткий, понял? У него контроль мышки ебейший. Там где-то надо автоспин выключить, где-то, блядь, повысить ставочку, короче. Но это очень имба, понял? То есть надо было сразу это закладывать. Каравай слишком сильный для этого турнира. Хорошо, Дима Ликс, преп, он выходит, убивает бустера. И Дима, он что-то убивает Каравая. Молодцы, парни, хорош. И ганы взяли, я, блядь. Я немножечко вспотел. Не, сейчас очень хорошо было. Меняются, блядь, спасибо нахуй, что вы поменялись ганами, блядь. Что дали ППшку, блядь, Саше, блядь, Шапику. Давай, Дима, ваншот, включайся. Давай, родник, я знаю, ты можешь, блядь. Давай, выводи на третью карту. Под флешку сейчас будет открываться мидл. Мидл у нас что? Так, хорошо. Нету инфы, блядь, сидит за коробкой. Ай-яй-яй. Ебаные тайминги, скорее всего, могут очень плохо сыграть с Димой ваншотом. Нет, все хорошо, все хорошо. Переигрывает. Есть инфа. Только не одну в голову. Смоком перекрыл, все, есть инфа, стреляет, напердывает. Окно играть нельзя. Бля, Дима Ликс просто не попал, блять. Смотри, что делает. А хуй пойми, что он делает. Оп, слышал. Лорд Гузлик убивает тем временем бустера. И ситуация... 2 в 1 против Каравая, 45 хп с диглом. На шее, а дощечечку. А всё там уже, всё уже. Погоди, ой. Ну ты погоди, не списывай. Зачем? Не вот зачем? Списывай. Ну, блядь. Фух, молодец, Боже, Дима. Блядь, Дима Ликс, нахуй. Дабл килл в этом раунде, нахуй. Соло выигранный раунд. Калаш сверху. Оружие, блядь, улетело. Не, калаш сверху просто. Не, а там оно улетает, понял, когда тебя убивают, да, у тебя, да, оружка, да, бывает, улетает, давай, то, да. В КС-ку вторую играл, блядь, это пиздец куда летит. Там отдача, блядь, как с танка ебанули тебе, блядь. Хороший, кстати, молик, очень хороший молик, и Дима Ликс просто бегает, блядь. Как же, Диман, вроде так сыграл предыдущий раунд хорошо и так бездарно. Блядь, шо ж ты так открыто стоишь? Ну нормально, тише, нормально. Интересно, будет играть на время или... Хорошая позиция очень у Димы ваншота. Имба там? Просто. Но работает Вадя вообще в каждом ММе, блядь. Вадя может это чекнуть. Не чекнет. Такого очень редко чекают, понял? Вот по факту сейчас раунд просто из-за Димана. Что Диман взял раунд. Спасибо за рейд, Дин. Спасибо, Дина, большое. Спасибо, за рейд. Спасибо, пришли. Мы, кстати, скоро с Диной будем делать еще один турик. Но там, блядь, как будто все очень сложно будет. Мне уже правила написали, я взял человека, который играет профессиональную мафию, кстати. Поэтому
Посмотрим, что и как. Жри. Ай, хорошая, блядь, ну... Какой тайминг, хорошо, блядь, какой да, тайминг. Да, да. А все почему? Красиво, потому что флешка не долетела, понял? Настолько все, типа, флешка не долетела, и он подумал, что пикать никто не будет, но никто не будет фикать. Блядь, ну что за пиздец? А что он с ваншотом? А что он с ваншотом с флешками? Он скончен вообще? Блядь, что он с ваншотом с флешками, блядь? А одна и вторая не зашла нихуя, понял? Они просто не долетели обе. Бля, там еще... Слушай, ну, выглядит уверенно, если... 4-1, да, молодцы, парни. Но тут еще прикол в том, что смотри, если что, ребята покупают каждый раз диглы. Фух. Зачем? Дима Ликс может сейчас умереть, как будто шанс огромный. Нет, и бомба! Здорово. Имеется бомба, ой-ой-ой. И Славе нужно что-то делать, он будет, наверное, мутиться в смог. Блять, Гузлик просто 90% игры делает, чат. Я не знаю, я не понимаю. Посмотрите. У нас... Почему-то бомжи в этом, ну, в этом турнире ебут пиздец. Без обид. У Димана, если что, 11 чел, а у ваншота, по-моему, 24 что или 25. Ему, что ему мешает, блядь, подрубить свой стрим и ебать вот так вот на стрим? Он, блядь, сидит, хуйню постоянно несет, как будто он специально сливает. Смотри, он сейчас просто в голову бутер. Смотри, бутер без шансов в гол. Ай-яй-яй, блядь, ну так было, все прям на тоненького, это да? Это было очень близко, да. Но 5-1! Если бы не пистолетка, сейчас было бы 6-0. Это жестко. Но им надо аккуратнее играть, видишь, то есть они часто в ебучке с дигла. Все, полный закуп, получают. Полный закуп. Смотрим на полный закуп. Это очень важный раунд. Если сейчас будет. Это будет переломный момент, если сейчас будет 6-1. Так, бустер взял СГ. Апсы ни разу не чекали, кстати, никогда. Да, ни разу не играли апсы. Но у Ликса хорошая очень позиция. Но туда, скорее всего, прилетит молик. Да 100% туда прилетит молик. Сюда молик не прилетит, типа, ну, раунд невозможно будет, мне кажется, выиграть. Так, дается смог. Ага, просмотрел, хуёвики. Что рядом никого... Не, нормально, посмотрел, что рядом никого нет. Так, Каравай хочет, походу, пикнуть Диму ваншота в планте. Да, он 100% хочет пикнуть ваншота. Он слышал его. Ну, понятное дело, да. Сейчас префом просто одну нахуй бам. Фух, повезло ваншоту, ваншот выживает. 41 тихо. ХП у Каравая. 18 ХП у Каравая. Молик летит под ковры, и что будет делать Дмитрий Ликс? А Дмитрий шаходит, убивает бустера. Молодец, блядь, какой гузлом, молодец, блядь. Я не верю нахуй, я просто не верю в это дерьмо, блядь. Гузло просто умничка. Я при всем уважении к командам болею за Гузлика почему-то. Вот просто интересно. Потому что тебе кажется, что с ними легче в финале будет сыграть. Нет, я сейчас... Ну, и это тоже, кстати, вот ты сейчас сказал, да. Типа, как будто бы они попроще, понял, нежели чем Каравая тушить, блядь, с бустером. Я говорю, тут то очень... у них матч сложный. Очень все зависит от того, как играет Дима Ваншот. Понимаешь, Дима Ваншот сейчас будет играть как больной на голову, блядь. Ну и все. Ты посмотри, как Ликс играет. Ликс играет очень круто. Не намекал ничего бустеру, блядь. 2-0, так 2-0, блядь. Ой-ой-ой, Дима Ваншот дает в голову. О, взрывает! Да, это очень круто, кстати. Хорошо, смотрим. Как Гузлик же Дима, бля, Дима очень воспитанно играет. Гузлик просто молодец. Видишь, ты говоришь, как, почему он не может запустить стрим и так играть. Посмотри, как играет Гузлик. А на своем стриме он бежит куда-то, покупает скаут, бежит, пушит. А здесь он играет, смотри, насколько аккуратно, секрет, смотри. Секрет. Блядь, не увидел. Ничего страшного. Ой, а ебать нет. Шара, довольно блядь, страшно, голову, довольно охуеть. Довольно страшно, Слава играет раунд 1-2. Ну, Гузлик так сел, конечно, блядь, что перед ним просто стена ебаная была. Ну, он должен был видеть, я не знаю. Да. Там у него времени было очень много, чтобы среагировать. Надо было за Гузликом смотреть, блядь, чем он там просто уснул нахуй и что. Так, дается молик, а это у нас два мидл. Выкидываются, в принципе, все гранаты в пит. Два мидл, два АК, бля, АК. Два АК в коннекторе, услышали. Это очень грустно. Услышали, скорее всего. А, нет. Не услышали. Играют... У Гузлика опять же хорошая позиция. Смотри, хорошая. Сейчас ваншот, скорее всего, в голову попадает. Не факт. Опасно, очень опасно. Сейчас на чеке, наверное, будет ждать его, куда спешить. Информация нет. Инфу дай. Ты же слышал прыжок. Не-не-не, он не слышал. Как? Не знаю, мне кажется, там не слышно было. Там слышно все прыжки, не, вот эти у вот. У нас не было звука. Боже, ну и доярки, блядь. Видел. Все, друг друга заметили. Блять. Ай-яй-яй. 30 хп оставляет Диме ваншоту. Очень опасно. И Дима Ликс! Опять же берет инициативу в свои руки.
забирает бустера на охуенном таймике. И 11 секунд, бомба в пету. Этот раунд невозможно выиграть. Надо убить только двоих. И Дима Гузлик защищает плент. Блядь, все, это раунд не выиграет. Блядь, Дима Гузлик, блядь, это просто пиздец. Сейчас выбивать, должны выбивать. И Дима ваншот дает хайршот в голову. После времени, после времени. Это жестко. Но деньги... А нет, денег не будет, 1200. Бля, это жестко. Это очень жесткий раунд был, бля, это просто пиздец. Что творит? Бля, Гузлик просто раунд выиграл тем, что подпушил между. Сложно играть против того чела, который каждую позицию где-то сидит в разном да. месте, понимаешь? А он, есть... это его смысл. Его смысл здесь сидеть. Потому что, ну, по-другому, он, ему не надо пикать. Его перестреляют здесь 100%. Ему надо сидеть. Не, это факт, это он факт. Он вообще умничка. Так, бустер стоит антифлэш. Дима, он что-то играет очень близко. Это, кстати, очень опасно. Это очень опасно. Видел. Это супер опасно, потому что там ТЭК-9. ТЭК-9 это пиздец. И все-таки подпушивает. Нет, Дима Шот убивает. Пачка падает. Знает инфу про бустера. И это, скорее всего, 8-2. Это тяжело. Тяжело выиграть, да. Такое тяжело взять. Но. Бля, вот знаешь, сейчас Диме может в голову что-то взбрендить, блядь, и просто вот пойти туда запушить. Надо. Ну, 2-1 ситуация. Смотри, моя. Сейчас, мне кажется, я пойду сейчас. Сейчас он ему что-то заколет. Бля. А ну. Поставить, если. Я флеш в голове кину. 20 секунд. Бля, они какие какой. Он яма, Дима. Яма. Живи, окей. Живи. Это Дима Гузлик. Смотри. Сосать! Да, блядь. Это Дима Гузлик, ребят. Арабин. Нормально, так же пуляем, получается. Вова, знаешь, в чем прикол? Чё? А прикол в том, что на Мираже есть где спрятаться. Вот и все. А там, получается, Диме всегда, Лексу всегда приходилось стреляться прям на им, понял, на Дасте. И он практически он всегда проигрывал. Он не играл эту карту. Хороший смок у нас. Опять же, типа, вот, ну, я вижу тут токсов много, типа, чуваки. Смотрите, какая хаешка! Когда ты там играешь, нервов просто не хватает, блять, это просто. Все, это плохо. Это, вот сейчас это плохо. Это очень плохо. Ну, хуйню засолил. Да, это было очень плохо. Не знаю, бля, ваншот увидел одного, узнал о втором. Как будто грустно, что отдали третий. Да не, я думаю, не будет камбэка. Непонятно, сторона КТ, брат, сторона КТ очень сильная. А молики сторона Т дают... очень сильная здесь, понимаешь? Ужасные молики, конечно, они дают. Тебе нужно смотреть, вас двое, вам нужно смотреть три точки. На Дасте тебе нужно смотреть две точки. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Остается один в один, Дмитрий Гузлик. Позиция есть. Очень хорошая позиция. Молик прилетает, Дмитрий Гузлик, она не дамажит никак. Блять, что ты сделал? Ну посиди ты на сайт, блять, 7 секунд. Ну я не знаю, нахуй. зачем он пикает. У тебя куча, блять. Там надо взять бомбу, спуститься назад, пойти заплентить. Да. Проблема в том, что Каравай и Слава очень хорошо стреляют с пистолетов. И они, скорее всего, заберут пистолетку. Вот это самое грустное. Вот пикает Каравай. Смотри, как пикает Каравай. Все, узнал инфу, получил инфу, что там один чел. Не-не-не, он не видел. Не-не, он слышал, там чел стрельнул уже. Нет инфы. Да, стрельнул разве? Да, я да, просто да. не слышу. Ты не слышишь, да. Бустер 36 кп, попали ему в голову, Каравай стоит очень близко, и вот Каравая нужно каким-то образом... Не чекнут. Забирать. Хорош! И Слава остается 11 кп, 2 в 1, и Димашот убивает. Умнички, и это, умнички. Бля, пистолетка, это пиздец. Сейчас будет очень опасный раунд, потому что бустер и Каравай возьмут ебаные диглы. У нас покупается 2 дигла или 1. А, у нас покупается ППшка. ППшка это практически купил. Как закуп. ППшка это практически он как закуп. Он взял ПП и дигл, кстати, смотри. А нет, он все-таки продал ППшку. Очень агрессивная игра. Скорее всего, Вадя убьет сейчас. Да, Вадя убьют. Вадя пошел просто с лесу, скорее всего. В голову дал, бля. Но дал в голову Гузлику. Дима Вашот, в принципе, 100 хэповый. Все еще хорошо. Очень опасно.
Апсы запушил, смотри, в спине. Угу. Не читается такая хуйня. Ай-яй-яй, бля, сейчас. Если Диме ваншоту сейчас даст голову, то все, это грусть. Нет, Диму ваншот забривает каравая. Ситуация 2-1. Все лежит на плечах. Слушай, бустера. И тут ваншот. Это не читает. Ой, блядь, видел? Да. Блядь, ну это пиздец. Видел и все уже. Остается на Диме. Блядь, 4 на 3 ебаная, вот что я хочу сказать, блядь. По-любому 4 на 3 играл, поэтому не увидел. Блядь, типам делают КС-ку вторую, 4 на 3 играют, блядь, пиздец. А, 16 на 10 у него, а как он не увидел тогда? Да. 16 на 10 это шире, блядь. Как будто они проиграли раунд камбэка, знаешь, такой. Ебать, 16 на 10, блядь, у типа. Ну опять же, нам типа как спектаторам проще видно, может быть, блядь, не видно было. Это обидный раунд. Подсвечивает все. Да, очень обидный, правда. Но бустер красава, переиграл. Опа! Ух, нахуй, Дима, ваншот, есть, блядь, открытие. Два дигла. Опа, хорошо, опять все на плечах Славы. Посмотрим, что здесь. Слава очень открыто стоит. Очень открыто. Ебать. На нахуй. Гузлик уволен. Есть инфа об обсах. Это Дима ваншот, он может такое выиграть. И он выигрывает в голову через стену. 2-1, Дима ваншот ставит два жестких хедшота, это 10 раунд. И ставит бомбочку. Вот, вот, а, понимаешь, тот ваншот, которого типа, блядь, ты боишься пикать, понимаешь? Вот тот ваншот, блядь. Он, сука, выходит, просто унижает двоих, блядь. Я сейчас зайду к ребятам, хочу послушать, как у них, как у них моральный этот раунд. Я буду далеко играть коннектор, чтобы... Да, да, там пока смог вы прилетит, подождешь, поползаешь, дальше пойдешь туда просто аккуратненько. Флешку дали мне на коннектор? Вдвоем пушат Димана, у Димана бежит очень коннектор. Хорошая позиция. Вдвоем бегут. Бля, Дим, они вдвоем на миду. Ё-моё, ну как я ни одного не убил? Ну один лоу хп, понял. Хорошая, кстати, хаешка, очень хорошая хаешка. Обидно. А, ну... Очень опасно! Это очень опасно! Лоу хп должен быть. Это очень опасно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Может, пойдет. Найс! Дима ваншот! Хорош! Жестко! Дима! Ух! Ебать, как он опасно играл! Он стрелялся с двумя пикселями просто, нахуй. Давай так же. Два в один стреляется с двумя пикселями. Это пиздос вообще. Вот он, бандурка, нахуй! Вот та бандурка, о котором, нахуй, историю пишут, блядь. Один близко играет где-то. Один яма у меня. Слава, значит, КТ, как будто. Все, 2-1, остается все на бустере, бустер с диглом. Играю на инфу. Я к тебе, Дим, побегу сейчас просто, потом вместе сыграем, я к тебе быстро. Давай. Будут играть с одной стороны, огромный шанс, что это счет 5-12. Я прибегу, коннектор флеш дам. Дал тебе флеш-коннектор. Бам. Бум. Почему бум? Когда бам? Давай, можно потихонечку. Выходи на голову, Дим, выходи на голову. Да, блядь, хорошо. Хорошо, блядь. А вот бандурка-то заиграл. Вов. Ребята, изи, изи поинты, изи, изи, а просто вот бандурка-то изи заиграл, ребята, блядь. 5-12. Изи. Изи ставка по сценарию. Вот он, ой-ой-ой, вот гузлик, он, вот он, гузлик. И все на каравая. Блять, на лестнице этой ебаной, я ее ненавижу, блядь. Бля, блин, хорош. 5-13, счет второй карты, 1-1. Сюда ставочку, сюда ставочку, обмен, сюда ставочку. Обмен картами и третья карта. Какая третья карта, чат, плиз, напомните. Объективный аналитик, блять, если что. У меня заходы прогнозов 100%, блять. Реально? Так, поехали, первый раунд. У пистолетки в 13 матчевых играх очень важные. Дима ваншота пушат двое. Он-то понимает? Нет, не пойму. Нет, не понимает. О! Ух, нахуй, на ебать! Развороте! Ебать! Вот это бандурка, нахуй! Вот бандурка, блядь! О чем так, я говорил? Я хочу переставить, как сделать? Ебать, вас ебет бандурка, блядь!
Ебать, это жестко, нахуй! Бля, я уже представляю, как у... Если они пройдут, как у Вовы будет пукан гореть, какую бандурка будет вот так убивать. Это так больно, брат, это пизда. Вот это прям больно. Да мне главное, блядь, что бустер гандон. Блядь, быстро бы уже отыграли, бля, я бы стримить пошел, понял? Мне похуй там. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Я в итоге на свой стрим опаздываю, блядь. Успеешь, брат, нормально придешь на свой стрим. Извините, ребят, зрители Вовы. Но тут ничего не поделать. Да не, похуй им. Они скайпом смотрят. И... Бля, ой, 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 кстати, читается. Накоцали. Накоцали очень Диму. Дима не пикает. Дима очень аккуратно играет. Блядь, какой молодец. Блядь, каравай оставляет 25 хп и 37. Но нормально. 2-0. Вот это еще музыка нахуй на Залкаре, блядь, ультимейт. Ба-ба-ба-ба, бандурка! Бля, хорош. Хорош, это жестко. Погоди, ты пока не радуйся. Пока байк. Я не радуюсь, когда ребята зайдут за КТ, там пиздануто все поменяется. Хорошо. Бля, ну и 2 в 1. Ну тут каравай будет очень сложно что-то сделать, еще прилетает ролик. Смотрим за игрой каравая. Прилетает еще один смог. На шорт, каравай будет играть ковры, ковры будет, блядь, ковры невозможно выходить. Вот в такой позиции, в такой ситуации ковры просто невозможно выходить. Диман не чекает, никто не чекает. Чекай. На нахуй. А это гузлик пик, ребята, блядь. Спасибо за рейд. Ребята, это гузлик пик. Как будто... Вот мы одни, кто... Играли, блядь, как тебе сказать... Нормальные сейчас стаки, это, блядь, на самом деле нормальный баланс, только у одной команды, кстати. Это трава и бустера. Смотри, какая ситуация. А ситуация, скорее всего, проигрышная сторона бандурки, потому что Диме Ликсу будет очень сложно взять с фармганом такой раунд. Они примерно понимают, где он, они выкатывают смог, и первый контакт будет у Димы против каравая. Если он его убьет, это будет жестко, это будет очень жестко. И это Дима Ликс? Блять, это 1 в 2 как будто. Блять, это 1 в 2. Нет, это не 1 в 2. Это не 1 в 2. Это не 1 в 2, прям да. Тайминги, да. Да хорош. Тут прикол в том, что тут... понимаешь, Дима не понимает вот этих таймингов. У него нет чуйки, знаешь, вот этой, когда ты понимаешь, так, он либо там, либо там. Вот Дима ошибается в движениях, а в принципе сыграл очень хорошо. Он убил каравая и остался 45-й чел, которого он бы мог сбрить легко. Хорошая, кстати, хаешка. Все осталось на Диме, все осталось на Диме. 1 в 1, 37 хп бустер и 51 хп. Дмитрий Ликс открывается под флешку, аккуратно, никого не видит. И, скорее всего, сейчас будет открываться под лонг. О! Блядь, это слава! Дима Ликс! Это Дима Ликс! Это Дима Ликс, братик. Он такую хуйню не прощает. Даблкил от Димана, 1 в 2, легчайший клатч для Дмитрия Ликса. Я не знаю, как он это делает, но это просто пиздец. Вас ебет Дмитрий Ликс, пожилой клоун, пожилая Годзилла. Так. Бля, какие-то значки мне раздают, блядь. Чё это нахуй? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, очень опасно. Хаешки, кстати, хаешки просто филигранные, ложится еще смог. Что делать с смогом? Блять, нашивает! Гузлик, блять! Как у него, сходи, у него жопа, наверное, горит, слышишь? Да, сейчас я пойду. Сейчас. Я хочу посмотреть. И голову сносят. Блять, это просто пиздец. Она еще послушает. Брат, у них постоянно в больших песках хуесос ебучий. Дмитрий Лик сидит. Просто помедленнее раунд сыграть. Займешь ребра? Я еще просто ковры залезу. Давай, ебану, давай, давай. Давай, да, маленько. Не факт, конечно, у меня дигл, но... Маленько. Блять, ну что, у меня почему-то прыжки иногда не работают. Гранаты, блять, багаются. Ну что это за хуйня? У меня не работает, блять, ебучая распрыжка, блять. Серьезно, нахуй? Брат, не смог, я не могу даже на ковры запрыгнуть. Мне что, вот так надо отходить? Да, да, вот так надо. Брат, я не знаю, возможно, шорт один. Ковры выкатил смог. Просто ждем. Займи ребрышки. Они вообще нихуя не поменяют. Один будет на малых играть, понял, второй будет в песках. Брат, на его более еще сейчас. Окей. Он под флешку, слышишь, пикал, походу, на ребра. 5-1. 5-1, блядь. Ну, знаешь, один далеко играет, один близко. Я просто не верю. Можешь просто меня дождаться моего пика. Давай.
Дается флешка. Бля, Дима Ликс уже сменил позицию. Какой так. гений! Ну, старый распиздяй, походу, под коврами уже сидит. Не знаю, его нет за этой балкой. Я пробую контактом выходить тогда. Ай, Дима меняет позицию! Он в углу сидит, ждет. Бля, гений! 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 Это Дима Ликс, ребята. Это Дима Ликс. Это Дима Ликс! Так он, блядь, пиздачи бандурки играет, блядь. Пиздец, я не знаю, что делает, нахуй. Убивай, убивай, похуй. Это вообще Дима, блядь, вообще пиздец ебет, нахуй. Нормально играет. Да не, ну если он не клоуничает, он нормально играет, просто он всегда клоуничает, блядь. Очень хорошая хаешка. О, тайминг какой невезучий. У меня 50 хп. Один лонг. Он дал смок, отошел. Надо, может, чуть помедленнее играть. Они все гранаты отдают, в принципе, на первых таймингах. Ну да. Блять, ебать тут смоки в этой игре, бро. Это пизда вообще. Я вообще не... Как он отвернулся не вовремя? Ничего, блять. Там была же дырочка. Осторожней, чтобы в 20 под рассеивание тебя не убили. Я пойду быстро спину проверю, никто ковры не пушил. Не пушил. Бойлер мог занять. 45 секунд. У них смоков нет, у нас 40 секунд есть. 40 секунд. Надо играть. Надо играть, но там Дмитрий Ликс, ребята. Все, Дмитрий Ликс, скорее всего, должен погибать, если не отойдет. Дмитрий Ликс выживает. Яма, яма второй, брат, далеко яма. Ну это бандурка. Бля. 7-1. Бля, ебануто легко играть за крутой здесь. Ну нам раунды, видишь, опять нужно. Да главное не тильте, нам да. просто набрать какое-то количество. Ну, брат, да я всю норму, я же тебе говорю, нормально все. Я да, пойду попробую есть. Быстро ковры убить, если смогу ебать на балкон. А я сейчас попробую убить, нахуй, шорт. Яма убил? Хорош. По-моему, живи, не знаю, где второй, я живу. Пойдем, проходи, проходи. Возможно, яма второй же, брат. В коврах сидит. Это бандурка. А, бандурка 1-2. Не, бандурка такой берет. 100%. Смотрим, каравай против бандурки. Бля, вот это жестко еще будет игра. Ну, у бандурки опыта очень много. О, хорошая, очень хорошая флешка! Каравай! Какая флешка? Брат, я вообще не понял, как он так быстро запрыгнул, кстати. Потому что я инста вышел. А ну послушаем, что тут. Сивчон. Да, потому нормально. Что очень быстро появляется, я даже нахуй не успел. Я, короче, буду давать. Вот эту хуйню вот так вот, блядь, и все, и уходить спокойно сюда. Хорош, да. А потом греной кормить, пускай да нахуй что жрут. Ты? Красавчик. Вот так вот, все, блядь, готово. На лонгоде уже. А? Я в тюрьме. Так, чел уже играет лонг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сможешь ковры смог где-нибудь положить? Да. Давай. Он уже, блядь, меня чекает. Ой, каравай, молодец! Сразу этот вышел. Каравай, молодец! Соло выиграл раунд. Давай, нам нужно два раунда еще взять, правильно же, да? Да. Берем два раунда. 7-3, бля. Я попробую лонг пойти сразу. Бля, 7-1, 7-3, пиздец. С приятностью в неприятность. Один лонг. Каравай пристреливает Диму. Я попробую агрессивно сыграть. Это не агрессивно. Ты уже проебал все тайминги, брат. Дается молик. Значит, другой ковры, Дим. Один через лонг, один ковры. Один в один против... Ну, тут хп не даст. Тут хп не даст нормально сыграть. Рабочая хаешка от бустера. Тут хп не даст нормально сыграть. Ух ты, рабочая флешка. Ой, блядь, что делаешь? Я думал, он ушел, понял. Это когда вот так в клатче оставишь, можно ничего не скидывать, да. Слушай, а дай сейчас пропушу, блядь, их. С попрошкой, а просто. Прям давай. Запушу просто. Да пойдем, пойдем вдвоем-то. Ковры, по-моему. Так. Что-то не молишь. Чудо, блядь. Ебать легенда, нахуй. Ебать легенда, нахуй. Уничтожение, тотальное доминирование. Здравствуйте, шеф. Это вообще пиздец, что он выбил? Ты видел, что он берет? Он просто берет пачку и двоих въебывает. Он просто пошел и ебанул двоих, нахуй.
Вот он, вот. Бля, но это тут ставить, блядь, это как на Нави и против Нави, понял? Такая же хуйня, блядь. Еще не пойму, что происходит. Как же Слава, блядь, боится Ликса. Вот я сейчас смотрел предыдущий раунд. Бля, как же он его боится. Боится рандома, понял? Это такая есть хуйня, типа. Да, понятное дело, да. Ты когда видишь, что, блядь, ебаната, который никогда в жизни тяжелее мышки ничего не держал, блядь, понял? В КС первый раз зашел, какая-то хуйня залетает, блядь. Ясен хуй, я так же Леру боялся, если что. Не, ну, такая блядь. Хуйня мне прям прилетала. Прыгнул, бля, чек, тут вот эти глоки, тут вот эти глоки, это, конечно, очень опасно, но как будто Слава еще был... Ауч. Опа, нахуй. Они читают о втором-то, кстати, не знаю. Не читают второго, но второй должен убивать очень быстро, потому что... Зашел в плент. Есть инфа. Ваншот 1-2, ситуация. Сыграть вместе с игроком. Это бустер. Это бустер, это круто. Это было сейчас круто. Вована, мачлюха. Ты что, я охуел, что ли, блядь? Ух ты, блядь, ты, забанить. Сука, ух ты, блядь, я сейчас забаню, забанить. Блядь, обезьяну. Забанить, я считаю. Опа. Так, быстрый раунд. А что, не ожидал? Быстрый раунд от Никогда ребят. Не читали чат, и тут на меня, бля, повезло. Бандурка 1-1 против Каравая. Ой, вот этот Юспет ошибка может быть, Юспет ошибка. Вот Юспет этой ситуации было брать, это ебанутая ошибка вообще. Все, я что приебал, угодно. Что там было, я просто, ну, маму защищал свою. Хорошо, да, правильно, что там правильно. А там Каравай остался 1-1 против 10-хопового чела и взял Юспет. Юсп в этой ситуации это такая ошибка, что, потому что ты с Юспа стреляешь в голову почему-то. Типа, надо стрелять в тело. Там пулик не было, просто перезарядка, блядь. Ой-ой-ой-ой. А чё он играет? Ой-ой-ой-ой. Так можно? Да. А можно, да, Библию играть? А там, это же Вингман карта, брат. Тут сразу понятно, где можно играть, понял? Каравай в соло берет раунд, это 6-9. 6-9 это круто. Это, ну, типа, это сейчас будет близкий счет. Очень будет близкий счет. Мы скорее, есть шанс увидеть 9-9. Кладется молик на первый тайминг. Дима, он что-то играет. Да, попрошу заметить зрителей, начинается сценарий вот отыгровочный. Пацанам написано играть до допов. Дмитрий Лик сейчас так же само улетает. Да, без единого шанса. Это 7-9. MVP каравай for most eliminations. Когда он убил одного и бустер убил одного. Найс. Три цифры, молик, но... Молик, а, молик ебейший. Ребят, кто живет в квартире, сочувствую. Просто, блядь, развесил вещи, посушить, чел, блядь, подгорел. Да, парни за защиту чувствуют себя на голову, конечно, сильнее, как будто. Теперь вот прикол Погоди. В том, что теперь нужно играть за атаку, а за атаку играть... Подожди, подожди. Еще раз, что типу, за молики ебанутые? Еще раз типу просто нахуй. Кладовку, блядь, хотели закинуть молик. Бедный чел, у него, блядь, весь контр... Точно контртеррористы, блядь. Сейчас камбэчная пойдет сейчас, смотрите. Ух, нашивает. Ну, нашивает там на 11 хп, в принципе, на 12. Это, в принципе, хуйня полная. Молик кладется ковры. Да, ребята играют круто. За защиту прям круто играют очень. Позиции очень сейвовые, никто не стреляется. О, с Димой Вашотом так нельзя стреляться. Видел. Это ошибка сейчас как будто. Вот это ошибка. Каравай улетает с одной пули. Нет. Нет, не улетает. Ох, блядь. Да, себе. Ох, 9-9, парни. Да, за защиту прям начали набирать каждый раунд. Рабочая, блядь, хаешка. Услышал ваншота, да? Услышал ваншота. А ну, сейчас я перейду. Очень важный я раунд. Кто-то сейчас пойдет в одну очку. Это не я, это не я. А, да? Да, да, конечно. Я упал, брат, короче. Я бы такое не стал выдавать. Он под него может направо упасть, понял? Да, да, да. Я смог лонг дал, пошел. Я флеш, пойди, флеш дал шор. Гоу. На тачке, да. Какая позиция? 1-2 ситуация. Он сверху может пикнуть где-то? Да. Да, может. О, ебать! Справа.
Диман один в один против бустера, 10 левел против первого. Очень сложная баталия. Кто кого? Дмитрий Ликс. 50 всего, ёба народ, блять. Я не понимаю, как эту старую хуйту переиграть, блять. И Дмитрий Ликс берет раунд один в один против 3000 элла, имея 300 элла. И скажите, что вы не верите в чудо. Ребята просто боятся нашего опытнейшего игрока в CSGO. Ошибается, один? Очень ошибается. Красный человек, брат, очень прошел, ошибается. Иду, иду. Я на гроба, я на... Да, Дима. Убил одного? Подожди, флешка. Хорошо. 10-10. Бля, жестко. Жестко. Блять, нашел нихуя. Ты, наверное, побежал. 10-10. Я теки возьму. Можешь здесь аккуратненько, да, поползать, побегать, я побежал в ковры. Парни, 10-10. Рабочий молик от каравая. Близко стоит, Слава. Все перестреливает Дмитрий Ликса, и это 1 в 2. Но Ваншот может такое выиграть. Может такое выиграть, если повезет с таймингом и сразу убьет бустера. Не повезло. Это все, это ГГ. Охуенная ХЕшка, охуенная флешка. Это тут все было сейчас заебись. Он не будет смотреть спину сзади, да, он не будет, он ошибается. Так, надо медленно что-то нам придумать с тобой. Давайте калаш куплю, купи мне галил, пожалуйста. Давай попробуем. Отдал. Так. 11-10. Все-таки я предлагаю лонг как-то играть. По контролям, да, можем. Все, лонг, значит, есть близко, понял? Ай-яй-яй-яй, этот контакт сейчас будет опасный, контакт я вижу. Очень, блядь. Пикай два. А, не вдвоем там. А я его не вижу за моликом. Понял. Да. Так. Предлагаю все-таки запушить лево, они дадут молик, я выбегу через него прямо. У меня хороший респ. Давай попробуем. Никого не увидел? Могу 20 играть. Но они обычно нас слышат, когда мы здесь бегаем. Вот. Можешь попробовать выйти, я за тобой. Сук. Есть. Да, я отойду, я с другой еще стороны. Живи, пожалуйста. Давай я выпрыгну, на моменте выпрыгну через туда Пелос. Туда молик прилетел. Бля, ай, подгорел. Я через шорт пойду. Я выпрыгну. Возможно, через последний раунд пострелять с ним. Полуфинала. Можешь попробовать. Турнир для друзей. Бля, вы долбоёбы! 12-10, чё, третья карта? Блядь! Что вы пишете? Ну, блядь, я не убил Славу с этой... Он лоу хп. Да. Хорошо. Это 13-10. А, лачки. Как я не убил? Сколько я ему дал дэмэджа? Бля, если я бы знал, что можно в арку было заходить или библу, я бы играл оттуда. Я не ебал, что там можно, блядь, находиться. Дим! Ау. А это же Винман карта, брат. Тут можно играть все, что угодно. Не, у меня просто в башке где-то когда-то, типа там барьер ебаный стоял, и типа там нельзя было заходить. Не, это Винман карта, тут все обрезано, куда нельзя, брат.